снова всем здравствуйте. Новый год принес новые плоды. Вот за этот фильм хотел себе закачать я на канал. Мой канал был заблокирован. Сейчас уже 23-й на вкладке в тренде. Я был 31-м. Так, сейчас посмотрим, что было там у нас. Так, ну вот, открываю контент. Пожалуйста, врачи, Роспотребнадзор. Удалено. Подать апелляцию подал. Но вот что они мне ответили. Одно из трех предупреждений о нарушении принципа основы и так далее и тому подобное. И ваш контент удален пользователям. Это я удалил первое видео. Они мне сказали, все, неправильно что-то там у тебя. Я второй раз скачал, а они мне вот что заделали. Врачи, Роспотребнадзор. Недостоверная медицинская информация, апелляция отклонена. Все. Действует до 2 апреля. Что хочешь, пиши, хочешь, не пиши. Все. Им же виднее. Вот тебе и Новый год. Новый год с новыми правилами. Всем пока. Я сейчас аккаунт сменю. И вот на этот аккаунт закину. Вот на этот. Вот сюда сейчас мы и зальем.